Андрей Леонидович, расскажите для начала, каково состояние команды перед стартом игр с Ирбисом? Ну, здесь несколько факторов, которые должны нас воодушевить. Это, во-первых, принципиальные игры, дерби, игры с соседями Дружественной Республики Татарстан. Второй фактор, то, что это завершающие две домашние игры в втором году. Следующие игры мы дома проведем только в январе 2017 года. И нам, как всегда, тоже нужны победы, чтобы, по крайней мере, это крепить более тверже в восьмерке команд Востока. А вот в таких зеленых дерби что выходит на первый план? Мотивация, настрой, полная готовность в виде отсутствия травм и функциональная и психологическая подготовка. А насколько важно победить все-таки вот в этих играх, как считаете? В каждой игре нужна победа, в каждую игру выходить, ни на что, ни насмотря на сбивающие факторы, надо всегда выигрывать. Неважно, это дерби, не дерби, просто это очередная календарная игра, в пятницу и в субботу еще очередная, и каждый раз надо выходить и играть на победу. Ирбис – команда постарше, у нас вообще одна из самых молодых команд в лиге. Вот в связи с этим, чем мы можем, в чем превзойти Ирбис можем? Мы можем произойти за счет большего желания, но я не думаю, что Ирбис старше. Там тоже молодая команда, примерно одного же возраста, что и Талпар. Что бы хотели сказать болельщикам вот перед началом этих игр? Ну, с наступающим Новым годом, Новый год петуха, чтобы было и счастье, здоровье, радость в нашей жизни. И болейте за наш хоккей, за команду «Слава Тюлаев» и «Талпар».